В этом коротком видео я хохму придумал. Небольшой ликбез для МЧСниц юных прочел я. Смейтесь, наслаждайтесь. О, привет, курсантки! Как дела? Хорошо у вас. Вы же будущие юристы? Нет. А кто? Будущий спасатель. А, МЧС, понятно. А я вот у вас, вот как уже к женщинам хотел вопрос задать. Сколько детей планируете иметь? Ой, чего не задумывалась я даже. Маленькие еще, не думали? Пока нет, рано еще. Тогда у меня вас есть совет к вам. Лучше детей иметь троих. Почему? Потому что деньги платят, согласна. Государство платит? Да. Все платят. А если еще этих троих детей иметь от трех разных мужей, то можно каждым разом можно повышать статус мужа. То есть сначала ты вышла за того, кого нравился, такой матч, там все такое. Второй раз вышла, у кого бабки есть, а третий раз, у кого еще больше бабок есть. Согласись, когда от одного мужа при разводе, сколько ты алиментов получаешь? 50% на трех детей, правильно? От трех разных мужей на каждого по 25%. Что значит непорядочно-то? Выгодно же, значит порядочно. Не такусь себя строите тут.